смотри, пробка уже вылетает. Смотри, 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 смотри. Не говори, что? Говори, что это? Вот моя женщина, где мои уши? Друзья, всем привет! Это канал Дикино! И сегодня у Камильчика день рождения! Ему исполняется 7 лет! Ура! Камильчика как... Круто! Этот момент я обожаю, самый веселый. Еще одна пушка, да? Камильчик, ну что, сегодня у тебя праздник, сегодня тебе исполняется 7 лет, и ты можешь сказать уже крутой чувак, потому что в следующем году ты пойдешь... Куда? А, точно, в этом году Камильчик пойдет в школу. Друзья, смотрите, какой у Камильчика торт. А? Это Бэтмен! Ну смотрите, какой Бэтмен. Бэтмен у нас необычный, у него нет ушей. А знаете, почему у нас у Бэтмена нет ушей? В этом виноват вот этот человек. Где уши? Где уши Бэтмена? Где уши Бэтмена? Где? В животе? Короче, ребята, Аминка съела уши Бэтмена, пока мы ждали Камильчика из садика. Этот маленький мышь подошел и съел у своего сородича уши. Но ничего, тоже неплохо. Но он похож немного на Фантомаза. Друзья, смотрите, а здесь... Бэтмобиль! Слава богу, крылья на месте. Она еще не успела съесть. Ну что, ребята, давайте приступим к поздравлениям. Да. Первый... Аминка, давай, пожелай братику, что ты хочешь пожелать? Букву? Куклу. Куклу? Ты, наверное, скорее всего, больше себе желаешь. Давай, мама, желай так. Что я могу пожелать своему мальчику? Чтобы у него все было хорошо, чтобы он учился на одни пятерки, здоровья ему, всех благ, много подписчиков, успехов во всем, во всех его начинаниях, чтобы у него всегда все было на отлично. Так, Аминка, ты куклу пожелала? Камильчик, я тебе желаю всего самого крутого, самого веселого, самого необычного исполнения всех твоих желаний, во всех твоих начинаниях, чтобы тебя всегда только встречали одни успехи. И самое главное тебе здоровье. Вот. Здоровье это самое главное, чтобы ты был здоровый, крепкий, крутой человек. И умный, да. Друзья! Сейчас у нас будет церемония вручения подарков. Но после того, как мы задуем свечи. Ага. И как вы думаете, что ждет Камильчика? Камильчик этот подарок давно ждал. Как-то он даже об этом и сказал на камеру. Да. Пишите в комментариях. Как вы думаете, какой его подарок ждет? Да. А мы посмотрим, кто угадал, кто не угадал. Да. Ну что, ребята, давайте сначала задуем свечи, а потом уже приступим тогда к церемонии награждения. Мать моя женщина, где мои уши? Ребят, смотрите, я вот попытался одно ушко восстановить, но оно не очень крепится. Это я сделал из плаща. Отрезал кусочек плаща. Но тоже ничего. Одноухий Бэтмен. Где мое второе ухо? А здесь вот подвалились окна. Это окна у нас, да. Смотрите, друзья, это тоже сделано в стиле Готэм Сити. Это получается дома. Вот это дома. А здесь, получается, окошки, и в окошках горит свет. Все, все включил, а там я не вижу просто. Давай я. О, какой жаркий. Так, ну что, тушим свет или так давай, видно? Давай, тушим свет. Так видно, нормально. Нормально? Да. Вау, 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 тут свечка загорелась. Вау. Ты ее снимешь? Сейчас пожар еще будет тут. Давай. Ну что, друзья, Камильчик, давай, загадывай желание. Только не вслух, про себя. Загадал? На раз, два, три. Тут вот эта свечка нормальная? Нормально. А то она... Раз, два, три. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance.
I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Everybody's carefree. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Такое лицо. А? Не бойся, она не бахнет. Только, ну, она может бахнуть, только если папка вот так вот сделает. Смотри. Да меня не надо. Да не бойся, она не, она просто пум делает и все. Сейчас посмотрим. Ага, пум делает и все. И в глаз. Опа, смотри, пробка уже вылетает. Смотри, 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 смотри. Класс. Вылетела. Целый? Нет. Итак. Друзья, это детское шампанское. А то сейчас начнете там писать в комментариях, что мы алкоголики. Это Микки Маус. Если нам Микки Маус туда ничего не добавил, значит все нормально. Аминка, у тебя вода? Да. Будешь пить воду? Да, я люблю пить. А с чем оно интересно? Оно? Да я не знаю, со вкусом... Со вкусом Микки Мауса. Кушек Микки Мауса. Держи. Ну что, поздравляем тебя еще раз. Можно. Поздравляем тебя еще раз. Желаем тебе самого-самого наилучшего. Ба-бам! И со мной. Ай, давай, с Аминкой, вы что, забыли? Мы забыли. Аминку забыли. Так. А, я забыл. Вы знаете, что я сделала? А. Я поднимаю бокал. И при... Я поднимаю бокал. И автоматически... А ты где? Да. И автоматически у меня поднимается рука с камеры. Серьезно, что ли? Да, наверх, что ли, потолок? Чуть-чуть, да, так. На, попробуй. Газировка, лимонадик. Но она сильно газированная. Нормальная? Она газированная, вкусная, кстати. Но да. Непонятно, с каким вкусом, честно говоря. Ребятки, готовы? Да. Налетай. Да! Так, это что? Давай, доставай, показывай, что у тебя там в коробке. Это, ребята, это шлем. Да? Это шлем. Да, и зачем же тебе шлем, интересно? Давай, Тёрк, давай. А это что? А? Это защита, Аминки мы купили. У тебя тоже защита есть, по-моему, да? Да. Хотите? Да. А, так, смотрите, коробки две, это не одна коробка. Покажи, что это две коробки, да? Вот, смотрите, раз коробка и вторая. Они две одинаковые. Будете открывать сразу или параллельно? Сразу. Открывать. Что там? Что? Коробочка белая. Чего там? Коробочка белая? Ну что там, ребята, открываем? Открываем, смотрим. Говори, что это? Гироскутер! Yeah! Это гироскутер. Аминка, ты не сможешь поднять. Коробка тяжеленная. Да. Что у нас здесь? Сумочка. Сервисная книжка. Сумочка. Это у нас сумка-переноска. Что там? А? Чего это? Да ладно, откладывай сумку в сторону. Так, инструкция. И давай достаем. И это зарядная штука. А вот и сам гироскутер. Угадали, да, молодцы. Камиль, я думал, честно говоря, вы перепутаете. Тяжелый? Помоги ему, мам. А у тебя розовенький чехол у Аминки, смотрите, ребят. У меня такого полезного. А у тебя милитари. Это защитные накладки. Чтобы не портился корпус гироскутера. Зарядка! У тебя зарядка? Только не на меня. Хоп-хоп. Все. Стоп. Стой. Не надо меня за руку держать. Ты вес теряешь. Вес теряешь, когда меня за руку держишь. Стой. Вперед, назад, крутись. Все нормально. А, папа, он папа. Твою ногу не видит одно почему-то. Ты папа, он видит. Видишь? А? Он все видит. Ой, вау, какой ты сумасшедший.
Нет, он что-то, смотри, показывает, что он не видит одну ногу. Вес почему-то не видит. Вот видишь, зеленая горит. Ну? Он вроде так не должен гореть, зеленый, или должен? Он должен гореть. А, значит, я встаю. Если красный горит, то значит, что стой. Он это, ты одну ногу поставил, если да? Красный горит. Ну, если значит, зеленый, нормально? Да. Папа, новая игрушка. А, может, я себе его оставлю? Конечно, все равно не получается. А можно еще, знаете как? Ты сейчас попробуешь. Сейчас полетишь. Ну, не сломай! Да не сломай, не бойся. Сломаю, братишка, все нормально. Йоу. Друзья, это еще не конец. И сейчас мы поедем в аквапарк! Да. В том аквапарке, где мы еще не были.